Спа-центр «Парадиз» по итогам конкурса «Лучший предприниматель» одержал победу в номинации «Сфера индустрии красоты». И это неудивительно. «Парадиз» старается радовать своих клиентов высоким уровнем сервиса и новейшими технологиями. Уже сейчас здесь доступны процедуры фототерапии или лечения светом на оборудовании фотокея испанского производителя «Сариса». В каждом современном косметологическом кабинете обязательно присутствует аппарат с использованием LED-технологий для процедур фототерапии или лечения светом. Светолечение – один из самых прогрессивных методов для омоложения, снятия воспалений, отеков, в том числе и после лазерного воздействия, для эффективного лечения акне, выпадения волос, устранения целлюлита, ликвидации мышечной боли, лечения всех видов рубцов, трофических язв и для решения самых разных эстетических проблем. Лечебные восстанавливающие свойства света были известны с давних времен, и только с появлением современных устройств, способных воспроизводить весь спектр видимого света, а также инфракрасное и лазерное излучение, стало возможным производство многофункциональных косметологических аппаратов для использования всех преимуществ нетепловой световой энергии. Положительное воздействие низкоинтенсивного света на биологические ткани доказано многочисленными научными исследованиями. Так же, как и растения используют хлорофилл для поглощения света, так и в человеческом организме свет, поглощенный молекулами и мембранными компонентами клеток, запускает каскад фотохимических реакций. В зависимости от длины волны света, дозы и времени воздействия, в клетках человеческого организма восстанавливается работа всего клеточного аппарата, усиливаются процессы синтеза коллагена, ангиогенеза, репаративные процессы, затухают воспаления. Одним из самых эффективных косметологических аппаратов на основе LED-технологий является оборудование Photocare испанского производителя Сариса. Исключительным преимуществом процедур на Photocare является возможность комбинировать два эффекта – фототерапии или фотобиомодуляции и фотопарации. Фототерапия стимулирует клеточный метаболизм и способствует повышению производства аденозин-трифосфатов, АТФ, в клетках, повышая их энергетический потенциал. Фотопарация, как результат воздействия света, инициирует временное открытие микропор в клеточных мембранах для более глубокого проникновения ингредиентов с высокой молекулярной массой в составе косметических масок. Аппарат Photocare генерирует лучи различного цвета видимого спектра, позволяя одновременно использовать разное излучение на разных участках лица, оказывая последовательное воздействие на проблемные зоны и решая целый ряд эстетических проблем. При воздействии фототерапии во время аппликации косметических гидрогелевых масок зеленый свет способствует активации ферментов, красный свет – стимуляции и сосудорасширению. Благодаря светотерапии активные компоненты, входящие в состав маски, оказывают более сильное косметическое действие. Маски для аппарата Photocare являются одноразовыми, гигиеничными, легко наносятся и удаляются. При необходимости в ходе процедур на Photocare можно применять разные виды и комбинации света отдельно, без каких-либо косметических средств. Воздействуя на пигментные пятна желтым светом, мы добиваемся их осветления. Комбинация голубого и красного света оказывает антибактериальное и заживляющее воздействие, что способствует устранению акне. Процедуры фототерапии на Photocare можно проводить даже для отбеливания зубной эмали. Тонкое воздействие фототерапевтических процедур на клеточном уровне позволяет использовать косметологическое оборудование Photocare в сочетании с различными методиками современной косметологии и пластической хирургии, уменьшая количество осложнений и усиливая результат. Спа-центр «Парадиз» – секрет вашей молодости и красоты. Улица Павлика Морозова, дом 12, помещение 2, телефоны 97 900 97 901.